Уверен, что он грохнет Гелоти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Прошу кофе, и мне наливают выпить. Шикарно. Мы нигде раньше не встречались? Не, это вряд ли. Клянусь, я тебя знаю. Может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Слушай, морячок, вали-ка отсюда. Поверить не могу. Эй, вход только для гостей. Иди драй палубу, сюда тебе нельзя. Ты уборщика не видал? Не. Но уверен, что он в машинном отделении валяется бухой. У него большие Какого черта? Вот мудак этот уборщик. Ты не спешил? Томми, верно? Пушка спрятана в толчке на корме. Ключ у тебя? А то, конечно. Вон, на столе. Если еще раз назовешь мое имя, твой труп найдут в море. Ты меня понял? Ох, ага, понятно. Я знаю тебя. Ты из банды Сальери. Ну и что ты собираешься делать? Для начала хорошенько надеру тебе зад. Боже, ох, все кончится быстро. Давай. Где же ты, сука?
Привет, Джон. Ну как, все нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. 3 года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок. Жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Lost Heaven. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо. Спасибо. А сейчас будет фейерверк.
Ох, ох, ох.